Солнце неудержимо валится вниз. Мы спешим, но дорога уже не дает нам мчаться, как прежде. На горизонте Зербулакские горы. Дороги дальше практически нет. Не можем нахвалиться на профессионализм нашего шофера и проходимость машины. Вот она, Астана-Ата или Астана-Баба. Не так давно закрытая территория советского золотоносного рудника и обогатительной фабрики. Ныне все пришло в упадок. Нас встречает человек, удивительным образом похожий на американского президента Джорджа Буша, только моложе. Эти места всегда находились вдали от городских центров и больших караванных дорог. Судя по археологическим данным, мечеть была возведена в конце 17-го, начале 18 века, а усыпальница шейха в Ишке в конце 15 века. Внутри усыпальницы установлены три роскошных надгробия. Первым появилось здесь надгробие шейха Худай-Кули, последователя знаменитого хорасанского суфия Абу-Язида Алишки Аль-Бистами. Сохранились полулегендарные рассказы, в которых Худай-Кули называется выходцем из Ирана. В дошедших до нас преданиях сохранились отголоски того, что до переселения сюда шейха Худай-Кули здешний народ поклонялся водным источникам и плохо знал мусульманские обряды. Во все времена добраться сюда было непросто. Это, видимо, было и основной причиной слабой исламизации местного населения. Именно такие места привлекали суфиев, ведущих самостоятельные проповеди. Худай-Кули, видимо, удается основать здесь небольшой центр братства Ишкии. Его преемниками стали сын, шейх Мухаммад, а затем внук, шейх Ильяс. Эпитафия надгробия последнего особенно насыщена высокими эпитетами. На рубеже 15-16 веков шейхи Ишкия покидают Астана-Ату, которая остается лишь мемориальным комплексом, и переселяются на 150 километров южнее. Позднее то место, в котором они объявились, получило название Кат-Талангар. Легенда, описывающая этот переезд, упорно связывает его с именем Мухаммада Садыка. Именно ему присвоено прозвище Лангар-Ата, и именно с его именем связывают возведение здесь мечети и мазара. С переселением Мухаммада Садыка связана интересная легенда. Когда он был молодым мюридом, в его обязанности входило подогревание и подача своему учителю теплой воды для предмолитвенных омовений. Однажды он обнаружил отсутствие топлива для подогревания воды, положил кумган с холодной водой себе под мышку и заснул. Свершилось чудо, вода вскипела. Учитель, обожженный горячей водой, понял, что его мурид достиг хакиката, последнего этапа мистического пути, и со словами «нам вдвоем здесь делать нечего» велел ему искать другое место для жизни и проповеди. На прощание учитель сказал: «Пусть будет местом твоего постоянного пребывания то, где верблюд твой упадет от усталости и не станет в течение 3 дней». Послушный Мухаммад Садык долго блуждал по стране в поисках подходящего места для своего лангара. В одном пункте верблюд, который с одной стороны от седла нес сундучок со священным списком Корана, а с другой – сиркой пророку, упал от усталости и пролежал 1 день. Двинулся дальше, в другом пролежал 2 дня, и лишь дойдя до территории будущего Кат-Талангара, животное в изнеможении лежало 3 суток. Возможно, именно этой дорогой шел Мухаммад Садык. По-видимому, ради распространения влияния в регионе, шейхи Ишки основали еще один свой центр. Сегодня он называется Лангар-Ата. Принимаем решение ехать туда. Лангар-Ата или Иски.